Ну, подожди, где источники? Ну, источники тут уже есть. А, подожди, а Урл тут все есть? Урл, я думаю, есть. Ну, раз он идет, так идет. Отлично. Ну, настройки, как? Может быть, настройки, посмотри, еще что там написано. Ну, попробуем. А, нет, не то. А, тогда отмена. Тогда вот это вот режим студии, что там написано? О, быстрые это переходы. Вот так. А, это ты можешь сюда предназначить. Ну, окей, тогда. Ну, если что, там, где ты смотрел, там было это, да? URL тоже. Okay. URL тоже было? Ну, да. Ну, чё? Подожди, тебе нужно захват экрана, да? Не захват, а что там тебе нужно? Захват экрана. Браузер, захват экрана, вот. Окей. Вау! Ты тут посмотри, следи за мышкой. Клево, показывать курсор, обрезать, нет. Хочешь обрезать? Один, два, три, четыре. Там бесконечное количество. Правда это гипнотизирует немножко? Да, да. А что там за экран 0? Почему написано 0? Что там есть версии какие? Нет. Обрезать нет? Вручную. По окну и вручную. Обрезать по окну. Ой! Мамочки. Эй, no. Это мышка. Нет, окно. Окно, тебе нужно хром. Или что там, какая у тебя там программа? Нет, фух, все. Ладно. It's 17:30. Блин, надо уменьшить. Мама, я нашел режим гипноза. Это хвост такой. Ну хорошо, сынок, давай, ты готов начинать? Конечно. Стопа, да вот так сделать. Ну вот, экран запустил. Мам, можешь выключить в салоне свет? Я же сейчас стримить буду. Да, мешает. Ну чё, провод. Мама, выключи свет. Наоборот, тебе ж нужно видеть тебя. Ну ка, хотя бы так. Ну, провод. Мама, а теперь как запустить стрим им тут и на этом, и на Ютубе еще? Тебе нужно на Ютубе запустить стрим. Ну ага, сейчас запустим стрим. А не, уже, кажется, работает. Ну ага, хотя бы так. Ну, привет! Мама, а теперь как запустить стрим им тут и на этом, и на Ютубе еще? Ну все, работает. Нужно на Ютубе запустить стрим. Ну ага, сейчас запустим стрим. А не, уже, кажется, работает.
Ну, привет. Мама, а теперь как запустить стрим им тут и на этом, и на Ютубе еще? Ну все, работает. Ну а как? Сейчас запустим стрим. А не, уже... Ну привет, Сэмс. Кажется, работает. Мы не запущу. Ну, привет. Мама, а теперь как запустить стрим в YouTube и на YouTube еще? Ну все, работает. Ну а как? Сейчас запустим стрим. А не, уже... Ну привет, Сэмс. Блин, надо как-то остановить этот цикл. Ну, привет! Мама, а теперь как запустить стрим в YouTube и на YouTube еще? Ну все, работает. Ну а как? Сейчас запустим стрим. А не, уже... Ну привет, Сэмс. Тут все очень сложно. Ну, привет уж. Наконец-то стрим свой и запущу. Мам, ты там? А как прислать? О, блин, почему? Тут все очень... Наконец-то стрим свой запущу. Мам, ты там? Блин, реально, как прислать? А, вот. Нашел. WhatsApp. Все прислал. Ну что, право? Сейчас посмотришь. Мама, я уже тебя прислал. Мама, я тебе уже прислал все. Ну-ка, заходи на стрим и проверяй, видно ли меня или нет. Видно? Экран. Работает. Ну, приветик, как обычно. Да не знаю я. Проверяй, видно ли меня или нет.
Ну, короче, ты видишь, как я играю? Ну, привет, как обычно. Ты видишь все? Да не знаю. Ну-ка. Может, Илюха? Мне тоже. Ну, короче, ты видишь, как я играю? Мне почему-то тоже не нравится. Еще раз запустить ты хочешь? Давай ты выключишь и начнешь заново, и когда будешь рассказывать, что ты сделаешь.